Три. Так, камеру поставил, сбалансировал все. Вот. То есть, как бы не поставишь камеру, она не теряется из этого положения, никуда не уходит. Нет, чуть-чуть уходит. Да. Идеальная балансировка. Почти идеальная балансировка. Так, дальше. Включаем стабилизатор. Проверка джойстика. Право, вниз, вверх. В исходное состояние. Дальше. Режим горизонта держит. Все тихо, все плавно. Дальше. Режим портрет. Опа. Резко повел. Так. Первый режим. А тоже портрет стоит. В исходном состоянии. Так, что еще у нас тут? Так, включаем спящий режим. Откидываем. И включаем. Один раз кнопку. Опа. Все. Теперь включаем режим портрета. Оп. И можно снимать вертикальное видео. Вот. Все, все плавно, все четко, ничего не шумит, все работает прекрасно. Также можно в таком формате снимать. Это если кому-то нужно нижний ракурс собрать вот так. Опа. Вот так, хоп, хоп. Плавненько. Вернуть обратно в исходное состояние. Кнопку выключения один раз нажимаем. Дальше. Откручиваем. Закрываем, закручиваем и включаем. Ха. Так, нажимаем кнопку. Опять спящий режим. И все. Дальше пользуйтесь уже в стандартном режиме. Немножко небольшой нюансик тут. Эту пимпочку я снимал, когда где-то ее потерял. В принципе, без нее можно. Она просто торчала, мне мешала в кейс ложить. Было неудобно с ней, поэтому я ее снял. В любом случае, можно купить там за 500 рублей. Где-нибудь там на Авито, на Алиэкспрессе. Вот. В принципе, все.